Друзья мои, у меня сегодня прошел так день, вообще волшебно. Сейчас мы направляемся отвозить посылку для моей семьи в Батуми, поэтому ждите моё видео, потом я все вам расскажу. Едем в Адану, у нас столько впечатлений, столько дел сделано хороших, так что пожелайте нам успехов, удачи. Неожиданно так получилось, что моей дочке родственник приехал в Адану и может забрать посылку. Мы быстро побежали за маслом, порошком, за всеми продуктами, чтобы побольше отправить. Вот так вот. Друзья мои, хочу показать вам ночную Адану. Второй раз нахожусь в этом городе. И по-другому уже смотрю на него. Он очень красивый. И там какие новостройки. Везем посылку. Какие парки. Мороженое. Да? Да, я его поставила на первое место. А, надо попробовать. Надо потом, на втором. Да? Да, и прям супер. А у нас есть Мерседи такое? Может быть. Хаджибаба тоже есть. Ехали. Говорят, друзья, мы доехали. Да, сейчас это будет через неделечку максимум в Батуми. Пахнет твоей черекофте. Какая машина. Решили вместе с друзьями поужинать. Это что такое принесли, моя любимая? Лахмаджу. Красота какая, друзья мои. Приятного нам аппетита. И лучом за плечом. Адана мирахма. Адана нас так принимает. Гостеприимно. Вкусно. Дорогие подписчики, мы сидим с Сашкеемом в таком красивом месте. Сегодня день рождения моего сына. Мы отмечаем Шалданом Сашкеемом день рождения моего сыночка, 28 лет. Мирабчик, поздравляю тебя, если ты будешь смотреть свою мамочку. Пьем мы Шалганом. Это знаете что? Это не реклама, а самый вкусный Шалган в Турции делают в Адане. В Адане. Сейчас нам принесут кебаб Адана и все самое вкусное мы заказали. А вот так от что? Комаров, видишь, обрабатывают? Да, да, обрабатывают. Если в деревню бы отвезли бы эти машины. Да, это Гендер. В деревню надо их отправить. Так что вот так вот сидим с друзьями. Наверное, останемся здесь. Да. Да. Там эти тиктоки есть такой. Ну-ка. Да. Первый раз, когда я его попробовала, я вообще не понимала этот вкус.
есть, он горький, аж ким аджи. Аджи сельдер. А сейчас мне нравится. Стакан не принесли. А, принесли стакан, извините, не видела, не заметила. Красивый, из речки. Приятного аппетита! Покажу потом кебаб. Все остальное. Кушбасе. Ашкема кебаб. У тебя курица, да? Без костей? Приятного нам аппетита. Шердан, а другой мумбаш. Там, друзья мои, мы сейчас проходим мимо такой лавки, где продается вот такая вот пища. Шердан и мумбар. Видите, Шердан. Похоже на что-то, да? Bu şırdan başka yerden yenmez. Ladies and gentlemen, welcome to Şırdancı made by Osman Usta. What do you want? What you want? Amerika haricinde başka yerde şubemiz yok. Bir San Francisco'da var. Barack Obama bile bu şırdanı yemekledi. Ah hey, ah hey. Вкусно, вкусно. Друзья мои, не знаю, вкусно или нет, но мы такие сытые, что в следующий раз попробуем. Сейчас посмотрим. Это мумбар. Внутри булгур. Я так хотела это поесть, но меня муж мой уговорил на кебаб. О, май гад. Это шикюре дерис. Burada Jennifer Lopez gördünüz mü? Jennifer Lopez. Evet, Jennifer Lopez var mı burada maalesef kalmamış herhalde. Сварили Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес Марисов. Teşekkür ederim. Orada hadi bak Jennifer Lopez geçti bak. Мумбар. Шурдан, мумбар, дыркат, кары. Вода, не приходите. Место. Goodbye, goodbye. Мы находимся в Адане, друзья мои, как вы догадались, мы остались здесь, потому что возвращаться в Мерсин, в Батуми было поздно, в Батуми. Сейчас направляемся на железнодорожный вокзал. А у кого мы были в гостях у Оли, вы, наверное, ее помните с моих видео. Олечка нас пригласила к себе, накормила, напоила, спать уложила, и мы ей очень благодарны. Олечки. Мы сколько лет уже знаем друг друга, да, столько лет. Спасибо, Олечка, тебе. Мы зашли в магазин здесь, в Адане, цветочный. Знакомые Оли. И вот, вот такие цветочки здесь. Видите, какие у них цветы здесь продаются. Умеют делать букеты здесь, да? Красивые? Очень красивые. Красивые букеты умеют делать. А? Кафешка есть? Посмотрите, какой магазин. О, патрон? Это хозяин? Это сын хозяина. Да. Покажу вам потом, как надо. Кенч патрон. Ну, какой красивый магазин они сделали. Видите, у них цветочный. А, Аджар Гюрли магазин. Аджар. Здесь можно, наверное, зона для фотосессии. Все есть. Вот такие красивые. Горшочки интересные. Varsa çay, yoksa yine çay. Это цветы настоящие? Да. Да. Var böyle su falan bir şey. Тёщин язык у нас называют его. Он цветет? У меня есть тёщин язык. Но они разные, может. А, разные, такие плоские листья. Да, сверху запаивают вот чем-то бархатным таким. Это специально это сделают? Да, для красоты. Я думала, цветут они. Нет, они, смотри, вот они сами вот такие, а это уже изгаляются как могут. У чужих чарпасы, я смотрю. Понятно, для того, чтобы дети не дотронулись.
А эти какие красивые. Вот, а очень белая, красивая, огромная орхидея. Коробки на любой вкус у них, тут шарики, в общем, доставку всю есть. А тут знаешь, что тут кафе, да? Вот люди приходят по кафе и посещают. Да, вечером очень много людей, да. О, как... Это мужское счастье, да? Это, да, это контуриум. А говоришь, не знаешь, все узнаешь ты. У меня вот такое есть, тоже хорошо. Вот такой как называется? Фикус? Денежное дерево? Нет? Нет, не денежное это. Не денежное это? Тут и кафешка есть. А это марихуана? А это малина. Марихуана? Малина, малина. А что, вот цветет она? Нет, оно просто зеленое. Бутылочное дерево его называют. У них бывает толстое основание. Здесь вот несколько маленьких, а бывает одно толстое. Вот. И, ну, тем, что у него необычное очень. А говоришь, не знаешь название, флорист. Ты еще и специалист по цветам. Так. Конфетки вкусные здесь очень. Очень вкусные. Но Венец, да, патрон заказывает их вот с фабрики, именно качественные, очень вкусные, да. И подарок упаковывают, конфеты всякие, в общем. Всякие-всякие. Они внутри с начинкой или какие? По-разному. С орехом или там есть сладенькое такое, как птичье молоко, такое нету, да? Только, наверное, твердая начинка. Смотрите, какой красивый магазин. Вот. В Мерсии такой возможности вам бы никто не предоставил, потому что не все хотят показывать свои магазины. Ну, наверное, я стесняюсь тоже спрашивать. Вот. А Олечка, это знакомая их, разрешила посниматься. Все, мы садимся кофе пить. В Дании есть огромное озеро, и вот оттуда проходит вот такой канал через весь город. Центр, да, Чаршия, как у нас, нет? Ну, не центр тут. Наш автобус. Мы на... Это бульвар Ататюрка, да? Бульвар Ататюрка. Рядом с вокзалом мы, покажу вам. Это бульвар Ататюрка. Я бы такое не хотела бы. Да, они... Да, они у есть. У них же это вот... К нам. Свадебное платье из Аданы. Наверное, они уже носили их, да, не новые, правда? Не знаю. Тут аренда, скорее всего. Фарфуре? Да ты что? Да, говорят, что в Турции есть квас Афанасий. Вот, мои дорогие, мы находимся напротив железнодорожного вокзала, город Аданы. Тут есть Чукурова университет, как видите. А здесь елка. Видите, не снимают ее. Новогодняя елка светится ночью. Круглый год, Новый год. Идем покупать билеты и в Мерсин. Мы приехали в Мерсин. Мы с Ашкемом путешественники. Мерсин, Мерсин. Столько людей. Очень людей. Хотя бы не упасть. Мерсин. Дорогие. Посмотрите, какой огромный арбуз купил мой Ашкым. Это он привез позавчера, до того, как мы уехали в Адану. А сегодня что мой Ашкым принес мне, мой Ашкымчик? Посмотрите, я буду готовить варенье. Сейчас я перемыла это все, порежу. И засыплю сахаром до утра. А утром я уже займусь варкой. Приехали мы из Аданы. Цветочки полила.
приготовила сегодня быстренько мен-амен. Боже, какая я счастливая, друзья мои, что я успела, отправила посылку детям самым наилучшим экологичным способом. И что нас еще забрали на машине, отвезли мои близкие, Олечка. И в дороге мы потратили около 3 часов, потому что попали вечером в пробку. Но мечты не сбываются, а цели исполняются. Как я вас учила, повторяйте об этом, не забывайте. Всегда, когда вы отпускаете свои какие-то проблемы, когда вы отпускаете ситуацию, то она исполняется очень быстро. Такие огромные 2 сумки мы собрали в 1 коробку, положили и порошок, и масло растительное, и кетчуп я купила. Так как дочка позвонила, говорит, мама, он все заберет, родственник. И с ним поговорила, он говорит, покупайте, что хотите, говорит. Я говорю, правда? Я говорю, мама, быстро, тебе надо масло. Она говорит, 5-литровую. Я говорю, этот 5-литровый, наверное, тяжело будет нам. Вы же думали на поезде, оттащить до поезда еще пакет такой вещей, да еще и продуктов, было бы нереальным. И мы 3,5 купили порошок, 3 литра этого, и шампуни 2 по литру, гель для душа, зубные пасты, щетки детям, кофе маме понабрала, сливки кофе, в общем, что видела, все купила, печенье там, которое не испортится в дороге. Какао, масло из какао, не масло из какао, а вот шоколадная паста, да, вот так называют ее, как нутелла, 1 килограмм взяла. В общем, думаю, что детки будут довольны. Через неделю посылка будет на месте, так как он в очереди 4 дня будет стоять на границе. И понимаете, за те деньги, которые я думала заплатить, я накупила продуктов, мои дорогие, мама довольная будет, уверена. Дэми, кажется, в этом году идет в школу еще под вопросом. Ну и надо будет ему, если в школу, то нужно тоже готовить мальчика моего мужичка в школе. Мари вчера мне говорит, Покуля, ты посылка завтра придет, уже ждут, не дождутся. Вот такие вот у нас новости, мои дорогие. Я сейчас буду резать персики, засыплю сахаром. И на сегодня тоже закончился день. Только что я была на вебинарах, работала с командой. Цели исполняются. Каждый день строю слайды, так что еще одна цель выполнена. Посылка в Батуми. Всем удачного вечера, мои дорогие. Спокойной ночи и до новых встреч. И не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.